такая вот приятная гусера, ребята. Как раз или на жареху, или на таранку. Такая гусерка. Ну вот, ребята, за какую гусерку крупную я вам говорил. Только что была еще одна хорошая поклевка. Завело за палку. Но я немножко попустил шнур, и рыба сама вылезла оттуда. Есть еще одна хорошенькая гусерочка. Смотрите, какой кабанчик хорошенький. Друзья, всем привет! Приехал сегодня на рыбалку на Северский Донец, на свое старое место. Так больше ничего выдумывать не стал, куда-то далеко ехать. Это уже место проверенное, здесь всегда клюет небольшая гусера. Просто ребята дома не сидится, а на рыбалку хочется. Приехал вот на свое местечко отдохнуть. Заодно здесь хочу поубирать мусор, который понабрался, всякое быдло. Жорку он выгулять надо, пускай побегает по лесу, он уже носится здесь. С утра был заморозок до минус 12. Ну, сегодня туда ближе к обеду вроде немножко должно потеплеть, вот свое солнышко. На Донцом небольшой туман. Взял, ребята, с собой сегодня свой пикер, опарика. Сейчас сделаю прикормку, заброшу и немножко, ребята, посижу. Сегодня долго не планирую. Так, часиков до 12 и уже буду ехать домой. Да, Жорка? И Жорке вот весело побегать. Да? Ах ты, молодец, мой Жорка. А то неделю сидел дома, заскучал за природой уже. Ладно, ребята, сейчас буду делать прикормку, собирать пикер и начинать уже ловить. Собрал, ребята, пикер. Сейчас сделаю по высовому прикормку. Прикормка у меня будет, как обычно, ребята, вареное пшено. Вон Жорка уже его трескает, вкусненькая. А также мазинская прикормка. У меня здесь, ребята, в машине завелась мыша. За ночь прогрызла пакет с прикормкой. Как она туда в гараже залазит в машину, непонятно, ребята. Вот такая прикормка. Обычный лещ. Шоколадный. Вроде шоколадный, да? Но написано лещ, ребят. Сейчас. Туда бахнем полпачечки. И это все дело перемешаем. Кормушку поставил, ребят, 50 грамм. Поводок где-то сантиметров 40 поставил, небольшой. И маленький крючочек. Хорошая такая, ребята, получилась рассыпчатая. Пойдет как раз. Можно забрасывать. На крючок, ребятки, будет просто один опарыш. Больше ничего не брал на этих местах. Я пробовал и мотля раньше. Ну, самый лучший, ребята, я так понял, здесь клюет на опарыше. Руки подмерзают, мороз хватает за руки. Да, Жорка, вкусная кашка, вкусная, да. Вкусная кошка, кошка, вкусная. А? Ну, ага, злится. Злится. Ага, какой злой пес. Злой, злой, злой. Да? А по жопе, а по жопе. Ладно, ребята, все, буду уже забрасывать. А Жорка, только играться. Встает солнышко, туман, просто, ребята, какая красота здесь, морозное такое утро. Одну только, ребятки, забыл я взять масло для шнура, так как может уже обмерзать. Вот такой опарик. Сейчас, ребята, проблемы с этим карантином, даже опарыша уже трудно купить, магазин без сертификата не пускают, но пока еще знакомые в магазинах есть, можно купить, а дальше я даже не знаю, что будет и делать, если они будут продлевать этот карантин. Так, опарыш надо куда-то уже прятать, а то замерзнет. Так, забиваем. Вот такая, ребята, кормушечка 50 грамм, загнута зацепом. Первый пошел. Вот Жорка бандит.
Ну вот, ребят, сразу есть поклевочка и неплохая такая. А ну давай, давай. С третьего заброса была хорошая поклевка. И вот такая вот небольшая густерка. Ну, начало есть. Первый поймали. А там, может быть, будет и покрупнее. Да, Жорочка? Ну, пока мисс такая небольшая. Была еще одна поклевка. Но эта густерка уже покрупнее. Вот такая, ребят. Ну и поклевочка была, конечно, порезче. Такая хорошая густерка. Вот, ребят, еще одна хорошая клюнула густеркой. И перед этим был сход хороший, ребята, крупные густеры. Но здесь я уже много раз говорил, те, кто часто смотрит мое видео, здесь лежит какая-то коряга. Если через нее не успеваешь перекинуть, то сразу зацеп, или рыба сходит, или обрыв. Но вот сейчас попалась вот такая густерка. Ну вот, ребята, за какую густерку крупную я вам говорил. Только что была еще одна хорошая поклевка. Завело за палку. Но я немножко попустил шнур, и рыба сама вывела оттуда. И удалось мне достать вот такую хорошую густерку. Вот такая, ребята, красавица. Есть еще одна небольшая густерочка. Блин, надо эти Жорика забирать. Обгавкой там рыбаков, конкурентов гоняет. Ребята, есть еще густерочка хорошенькая. Такая вот приятная густера, ребята. Как раз или на жареху, или на таранку. Такая густерка. Жорика привязал, так как не слушается рыбаков соседних, обгавкают, не дают им ловить. Пришлось его привязать до дерева. Ходит, она теперь скулит. Ну, нехай. Будет знать, как гавкать. А вот и бычок попался. Пойдет котам. Черный-черный такой. Видно, живет где-то в муляке. Так, надо повесить свеженького парика. Забросим. Ребята, есть еще одна хорошая густерка. Смотрите, какая красавица.
Вот такая вот, ребята, хорошенькая усера. Я тут не снимал, наверное, минут 40. Подходили два мужичка, здесь рядом сидели подписчики мои, немножко поговорили. И вот, ребята, попалась такая вот усерка. Хорошенькая. Ну что, ребята, усерка потихоньку проклевывает. Надо уже немножко перекусить. Сегодня так ничего особо с собой не взял. Термос чая и одну булочку. Я сегодня долго сидеть не планирую. Может быть, еще с часок и буду ехать домой. Булочка с песней. Ребята, кто может знает какую-то хорошую фирму термоса или где можно в Бахмуте купить, в каком магазине хороший термос. Так как у меня вот этот термос вроде в том году хорошо держал, но до обеда, по крайней мере, кипяток еще был. А в этом году вообще вот за час-полтора и все, уже остыло. Чай уже холодный практически. Так что, ребята, надо купить новый термос. Кто знает, подскажите. Надо будет себе купить, а то уже скоро будет, я надеюсь, зимняя рыбалка, будет лед. Буду на озера ходить, на Оскол ездить. Ладно, ребятки, всем приятного аппетита. Поклевочка есть. Вот, ребята, пока сел перекусить, была поклевка и такая небольшая усерка. Ничего, пойдет. Пойдет и такая усерка. Есть еще одна хорошенькая гусерочка. Смотрите, какой кабанчик хорошенький. Вот такая вот хорошенькая гусерка. Время, ребята, 10:30. Смотрю, Жорка замерз уже, он лежит, гулять не хочет, весь трясется. Я его сегодня хотел даже и не брать, но он, ребята, такими глазками на тебя смотрит, когда собираюсь на рыбалку. Ну как его можно не взять? Но если еще сильнее похолодает, уже с собой брать не буду, пускай сидит дома. Буду с ним ходить вечером гулять. Ладно, ребята, сейчас беру пакет, пособираю здесь весь мусор, который набросали всякие свиньи. Еще, может быть, немножко посижу и буду уже ехать домой. Я сегодня выезжал так ненадолго, немножко посидеть, половить. Заодно я хотел здесь убрать мусор. Давно сюда уже приехать. Я знаю, я здесь был уже несколько раз до этого, что здесь много набросали. Так вот, ребята, надо немножко поубирать. Хотя, ребята, я тоже не святой. Может, и я где-то мусор бросаю. Но одно дело, ребята, бросить мусор в городе, там, где уберут дворники после тебя. А здесь, на Донце, никто не придет и не уберет. Так что, пожалуйста, забирайте весь мусор с собой и не набрасывайте. Ну, тут бульбулятор. Ведь приятнее намного сидеть, когда чисто. Еще один бульбулятор. Вот тут это, ребят, настоящие рыбаки. Так, вроде здесь больше нету. Такого ничего не валяется. Это мой пакетик. Я с собой заберу. Так, вроде там пока здесь ничего не клюет. Еще один пакетик мой. Валяется то моя прикормка. То я, ребята, заберу все домой. Так, давай. Ну, тут пачки из-под крючков.
кто-то здесь ловит на 12 номер крючка. Вот такие, ребят, крючки. Еще одна пачка из-под крючков. Ладно, ребята, сейчас поубираю. Еще, может быть, полчасика, минут 40 посижу. И буду уже, ребят, ехать домой. Насобирал, ребята, полный пакет мусора. Вот такой. Буду ехать домой и выкину в контейнер. Еще раз хочу сказать, уважайте, ребята, природу. Соблюдайте чистоту. Вот намного приятнее приехать на чистое место, посидеть, порыбачить, чем когда приезжаешь, тут полный свинарник, бутылки всякие валяются, пачки с сигарет и тому подобное. Ведь вы же сюда это все принесли, неужели так сложно это все забрать? Сюда за вами никто не придет убирать. Вот только я хожу, убираю, есть тоже такие честные, хорошие рыбаки, которые за собой убирают и чужой мусор забирают. Так что, ребята, уважайте природу, не загрязняйте. И так уже почти всю природу уже загадили. Куда ни кинься один мусор, ну, хотя бы за собой, ребята, можно его брать. Ладно, сейчас сижу еще минут 40 и буду собираться, наверное, уже ехать домой. Есть, ребята, еще одна густерка. Это, наверное, будет на сегодня последняя. Хватит, ребята, посидел, отдохнул, а то Жорка уже замерз. Пора уже ехать. Вот такая, ребята, напоследок небольшая густерка. Вот такая, ребята, у меня сегодня получилась небольшая рыбалка. Жорка побегал по лесу, покопал ямки, погонял мышей, тут обгавкал рыбаков, а то засиделся дома, ему тоже хочется на природу, на свежий воздух побегать, погулять. Я, ребята, немного подловил сегодня густерки, проведал свое старое доброе место, которое меня никогда не оставляло без улова. Вот всегда, когда сюда приезжаю, хотя бы мелкой густерки, но, ребята, подловишь. Поубирал здесь мусор после всяких свиней. Надеюсь, в ближайшее время здесь никто ничего не понабрасывает. Ну а там, ребятки, будет видно. Если что, уберу еще раз. Мне как-то не лень убрать. Если кому-то этот мусор впадло забрать, ребята, домой. Сейчас покажу вам свой небольшой ловчик. И все, будем идти уже Жориком до машины и ехать. А то он замерз, он нос холодный, лапы холодные. Сейчас все, Жорочка, он же просится домой же ехать. Сейчас будем ехать домой. Сейчас, Жорка. Вот такой, ребята, у меня сегодня небольшой ловчик. Вот столько густеры. Ну, я думаю, ребята, на жареху я уже подловил. В следующий раз планирую выехать на Головля. Попробовать половить еще на печень где-нибудь на ямах. Может, попадется какой-нибудь покрупнее. А то в прошлый раз, как выезжал на печенку, клевал такой небольшой, ладошечный. А это хочется поймать какого-то уже такого хорошего трофея. Так что, ребята, кому понравилось такое видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, ребятки, всем пока, еще увидимся. И Жорик вот с вами тоже прощается. Скажи, Жорка, ребята, пока, ребята.